этом уроке мы рассмотрим правила добавления нового контакта в список контактов Skype. Итак, чтобы добавить новый контакт Skype, необходимо первым делом найти интересующего нас пользователя. Искать друзей в Skype можно по логину Skype, электронному адресу и даже имени и фамилии. Однако мы рекомендуем осуществлять поиск именно по логину Skype. После осуществления поиска профили пользователей, соответствующие вашему поисковому запросу, отобразятся с левой стороны окна программы. Щелкнув на нужный вам контакт, вы сможете увидеть более подробную информацию о нем. Теперь, чтобы добавить контакт, просто нажмите кнопку «Добавить в список контактов». В появившемся окне напишите несколько слов о себе или оставьте стандартную фразу «Здравствуйте, я хочу внести вас в свой список контактов в Skype». Затем нажмите кнопку «Отправить». Готово! Контакт добавлен, но полноценно общаться вы сможете только после того, как этот пользователь подтвердит ваш запрос. Кроме того, в последних версиях Skype появилась возможность импортировать ваши контакты из социальной сети Facebook. Чтобы сделать это, нажмите «Контакты» и выберите пункт «Импорт контактов», после чего введите свое имя пользователя и пароль Facebook. Затем нажмите кнопку «Импортировать». Далее необходимо отметить галочкой тех друзей, которых хотите видеть в своем списке контактов, и нажать кнопку «Добавить». Приятного общения!